Ярослав, что ты здесь делаешь? Да у меня здесь встреча, разговариваю. Привет. Привет, пацан. Привет. Садитесь, пассажир. Дедушка Олег. День второй шопинг продолжается. Да, другой торговый центр. Давай назовем, как его зовут. Я забыл. Я не знаю, как называется. Мне мама говорила на языке. Замок. 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 Второй торговый центр занимает. Называется замок. Да, ты узнаешь, что здесь такой есть фонтан? Ну, там внизу идет давление. У него давление водички. Вон, видишь, волна. Да? Как он вращается? Потому что он крутится вот так вот. А это если бы был так, тогда был он весь мокрый. Ярослав, что ты здесь делаешь? Да у меня здесь встреча, разговариваю. А, деловая встреча? Да. Ну давай, мы поехали в магазин тогда. Сейчас смотрим на одежду тебе. Меряем. Все, тоже великие или не продаются? Большие? Великий! Привет! Привет, пацан! Привет! А как вас зовут? Где у тебя пальцы? Вот. Наполовине, да? Неудобно. Привет, друг! Тоже великий тип. Смотри, что я с ним делал. Смотри, что я с ним делал. Красный лом. Они тебе как раз не делают. Пошли! Нет, давай это купим тебе одежду еще. Он там просто собирается. Магазин игрушек. Ро-ро! Ро-ро? Который там. Подожди, давай одежду тебе на покупаем вначале, а потом пойдем дальше. Елочки холодно зимой. Еще рано песенку взяли сейчас мы на Алло. Нет. Хотела. Я не подойду тут перчатки, знаю, сидит. А потом отправляемся в магазин. Ро-ро. Да. И будем снимать видео там. Ну, все возможно. Все возможно. Ну мы же приехали на шопинг говорить. Да. Да. Можно идти? Вы свободны. Так, мы на сегодня все? Нет, еще. Вы можете идти. Мы можем идти. Пошли. Отдыхать. Мы решили Ярославу напечатать фотографию на такой футболочке. Папа, мы сделаем футболку. А папа сказал, ну, хорошая идея. Вот такие вот картиночки можно наносить на маечке. Это черный скелет. Угу. Может, и без деревьев. Нету пальчика. Я уже купил футболку «Славный парень». Все, самый парень готов. Идем дальше на шопинг. Да. Yeah.
дедушка Олег. Вагончик. Хорошо? Мы отправляемся в музей. Янка купала. Пошлите со мной. Молодой человек, а можете повесить мне курточку? И вешалочка у меня вот здесь есть. А, куда достанешь? Давай вот сюда. А номерочек? Где нет, номерочек? Нету номерочка. Дайте мне деньги. Не дам я денег, нет номерка, нет денег. Значит, вы не будете брать вашу куртку, будете ходить так. Спасибо. Вы не должны дать деньги. Вымогатели. Пишите мне в комментариях. Всем пока-пока! Плохо, что мы уезжаем. Ну, надо домой. Выходные прошли. Шопинг прошел? Да. Шопинг понравился? Да. Домой? Да.